Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, как вы поняли, вышло новое обновление, и оно связано с днем 9 мая, с этим праздником. И в честь этого руководство и разработчики проекта добавили очень интересный классный ивент, который я вам покажу в этом ролике. Ну и, конечно же, покажу призы, которые вы можете как бы выиграть. Поэтому ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, видос будет интересный, смотрите его от начала и до конца. Но если вы планируете играть на проекте Amazing Hero Play, то, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Его можно вводить на любом сервачке, просто вводите, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Я вам, конечно же, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, берите с собой покушать, попить, усаживайтесь поудобнее и смотрите этот прекрасный ролик. Как вы поняли по названию, вышло, пацаны, обновление. И оно создано с ивентом в честь 9 мая. На самом деле, я не ожидал то, что выйдет ивент, потому что недавно была Пасха, там тоже был как бы ивент. Все в нем участвовали, и они успели, понимаете, сделать еще ивент на 9 мая. Поэтому это очень круто, и призы, пацаны, здесь уже много интересней. Я на самом деле ждал этот ивент, потому что мне он больше нравится, чем Пасха. Пасха, в принципе, был неплохой ивент, нормальный. Но, как для меня, 9 мая, новогодний ивент, это самый классные. Ну и, конечно же, Сталкер. Надеюсь, он в скором времени будет. Ну что ж, давайте сразу посмотрим. Получается, у нас появился Amazing Pass, как был на Новый год. Пасхальный ивент такого, в принципе, не было. Поэтому ивент 9 мая намного будет посерьезней. То есть, вот есть много уровней пасса, как бы. И за эти пассы, когда вы их открываете, вы, в принципе, получаете вот такие вот призы. Да, возможно, там не особо классно, но вот, допустим, можно там амазинги собрать, там и так далее. Но, как бы, можно и просто качать, ну, без ничего. Либо можно купить именно сам этот пасс. То есть вы можете просто с помощью квестов фармить, с помощью пейдеев открывать вот эти все ячеечки, пассы. Либо, чтобы это было быстрее, просто получается купить Amazing Pass за 950 амазингов. У вас будет намного лучше преимущество, будете больше там зарабатывать монет, больше опыта зарабатывать там и так далее. Также здесь мы можем посмотреть информацию, в принципе, участвуйте в играх, событиях, ивента, чтобы получить опыт для Amazing Pass. Также есть события, то есть как и в принципе в прошлых годах, как получается, есть битва за флаги, то есть битва между СССР и фашистами. И также добавили вот такие вот дуэльки на монеты, за эти квесты дается опытом и так далее. Ну и, конечно же, самое главное, я думаю, для чего все просто идут на ивент, это, пацаны, призы. Призы здесь очень интересные, как бы можно и випку выбить. Пока что цен, понятное дело, нет, еще разработчики не знают, какой будет фарм, но здесь как бы можно и машины, и лодки. То есть вот именно много таких интересных призов, и новые рецепты на оружие есть. И самое главное, пацаны, стробоскопы. Я думаю, многие хотят эту темку получить, поэтому донатеры вперед, как бы донатьте и получайте, в принципе. Вот это очень интересная темка. Я бы хотел себе две штучки забрать. Я буду, пацаны, реально пытаться что-то забрать с ивента. Как бы донатить не буду, но буду пытаться своими силами как бы на что-то накопить и что-то интересное забрать. Ну и вот еще один рецепт получается на М4. Да, пацаны, нитро нету, но как бы я думаю, оно не нужно, потому что на пасхальном ивенте очень много нитро людей забрали. Даже если пойти на тот же рынок, пацаны, там очень много будет нитро, как бы, в продаже там. Но я считаю, призы достойные, то есть, реально, я думаю, стоит за них попотеть. Но в целом, призы неплохие. То есть, можете вот такую-то тачку забрать, можете Волгу кабриолет забрать, там, КамАЗ, Хаммер, там, и так далее. Но самое интересное, это лодка. Я надеюсь, то, что на них цены как раз упадут, потому что лодки продают там по 30-40 миллионов. Один амазинг, пацаны, это две военные монеты. У кого есть донат, как бы, welcome, пацаны, welcome. Тем более, сейчас их два донат, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому, если есть бабки, то лучше сейчас задонить, потому что, возможно, потом их задоната не будет. Ну что ж, теперь я предлагаю поехать вам показать сам ивент. Он находится недалеко от нашего особняка. Находится, если что, он в Арзамасе. Кстати, ребята, сегодня у меня будет проходить стрим, скорее всего, после этого видео, поэтому приходите, будем вместе с вами проходить квесты. Я уже, конечно, прохожу, по-моему, 4-й квест, но в целом их очень много, на самом деле. Короче, здесь, пацаны, квестов реально много, и с этих квестов можно получить реально очень много опыта, ну и тем самым прокачать свой пасс. И они, пацаны, сложные, поэтому будьте готовы реально попотеть. Но зато вам не обязательно, пацаны, донатить, вы можете реально просто квесты проходить и за счет этого качать свой пасс. Но, конечно, лучше задонить, потому что, ну, это будет быстрее, как бы, и, в принципе, вы отобьете стоимость пасса, потому что там падает очень много доната. Вот, получается, квестовый персонаж, к нему нужно будет подходить, чтобы проходить квесты, но я вам ничего показывать не буду.
буду, потому что я квесты, как я и сказал, буду проходить на стриме. А давайте посмотрим маркет монет, получается. Я не знаю, там кто-то что-то продает или нет, потому что ивент добавили, в принципе, недавно. Как бы здесь вот можем почитать информацию, купить военные монеты. А здесь уже, видите, монеты продают. На самом деле непонятно, какая будет цена на них. То есть непонятно, за сколько их лучше покупать. Но пока что лучше подождать, я думаю, ничего, в принципе, не покупать. И также здесь, пацаны, есть вот дуэльки. Не знаю, смогу ли я вам показать. Возможно, сейчас с кем-то залетим. Но там, по-моему, надо 15 монет, но у меня 15 монет, в принципе, нету. Поэтому, как бы, я вам, наверное, показать не смогу. Лучшие захватчики и лучшие стрелки, короче, здесь есть. Поэтому, как бы, вот здесь есть рейтинг. Уже люди, знаете, здесь много побывали. То есть, уже люди активно занимаются этим. Не, ну, конечно, прикольная тема, пацаны, то есть, фарм, как бы, вы за убийство, по-моему, тоже получаете монеты, что-то люди пешком бегут, зачем пешком бежать, если можно взять машину просто и доехать, надо нам захват флага делать, бать, эта машина вообще дубовая просто дубовая, пацаны, по мне так нехило кто-то накидывает, душим, ебать, опа, все, упал, так, а что так патронов мало, алё, я вам не буду, конечно, прям досконально показывать, бля, ну, как по мне, графика как-то очень все темно выглядит, я попробую потом со сборки зайти, потому что, ну, со сборки как-то покомфортнее будет стреляться. Не, ну карта такая, ну, масштабная. И тем более она еще другая какая-то. Забегаем. Туда его, дядя. Так, начинаем захват. Не, ну карта такая еще здоровая, пиздец, пацаны. Просто посмотрите на этот масштаб. Реально с кайфом, просто с кайфом, пацаны. Работаем, пацаны. Держим, ебать, оборону. Держим оборону, блядь. В смысле зеленая зона, алё? Какого хуя зеленая зона? А хули у него зеленая зона, блядь? Ебашим их нахуй. Ебать, задавили мясом, пацаны, прикиньте. Ну там видели, урон не шел, ебать, у чела. Охуели, блядь, какого хуя? Не, ну тема, пацаны, реально веселая такая. На стриме еще, я думаю, вообще кайф будет. Полетели, родной, агара гуджу. Не, ну карта, на самом деле, очень сильно поменялась по сравнению с прошлыми годами. То есть, прям полностью поменялась. Раньше, знаете, карты были более-менее одинаковые. То есть, ну, разницы между ними не было. Они, по-моему, вообще идентичные были. То есть, там легко можно было, как бы, в этом всем разобраться. Так, давайте быстренько забегаем наверх. Толпой, бля, надо залетать просто. Ёбаный ты карась. Вот это уебало, нахуй. Так, пацаны, ебать, ну меня забыли, ебаный в рот, нахуй. Некрасиво получается, некрасиво. Ебать, он сейчас с пидхаком, нахуй, ебашит. Вы это видели, ускорение ебнутое вообще? Ну что ж, ребята, вот я, в принципе, вам все показал. Да, конечно, не досконально, но коротко, ясно все показал, рассказал. Я думаю, то, что это самое главное. Если вы хотите посмотреть, как я буду копить, получается, монеты, как буду качать пас, как буду проходить квесты, то, конечно же, приходите сегодня ко мне на стрим. Мы будем вести, мы этим заниматься, если что, я буду вам подсказывать, там, по квестам, либо еще что-то. Поэтому будет реально интересно, так что, кто желает, можете приходить. Ну и, конечно же, кто еще не играет на проекте Amazing Holy Play, приходите на этот проект, все полезные ссылки есть в описании под видео. Можете приходить именно ко мне на второй сервачок. Тем более сейчас проходит ивент, и есть реально хороший шанс заработать много денег. Поэтому, если вы думаете еще, играть либо не играть, то, конечно, заходите, идите на ивент, копите деньги, развивайтесь там и так далее. Ну и, конечно же, не забывайте вводить промокод, который есть в описании под видео, который даст вам 450 тысяч. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.